Очищение души и тела. Ощущения непередаваемые. Мы сегодня собрались именно с коллегами совместно. Около 7 тысяч ангарчан приняли участие в крещенских купаниях. ДТП с участием детей. В Ангарске подростков сбили прямо на зебре. Пейте, дети, молоко. Борьба за здоровый образ жизни велась еще в Советском Союзе. В школах при Ангаре появятся молочные перемены. Виртуозное исполнение на трех струнах. Юрий Абрамович Башмет мне сказал как раз, что домбра – это инструмент 21 века. Ангарск посетила звезда мирового уровня, музыкант-виртуоз Екатерина Мочалова. Эфир телеканала «Актис» продолжает информационная программа «Местное время» в студии Елена Жерлова. Здравствуйте. Главное сегодня. В минувшее воскресенье православные верующие отметили крещение Господне. Одна из главных традиций праздника – купание в проруби с освященной водой. В Иркутской области окунулись в Иордань более 50 тысяч человек. В Ангарске не побоялись холода около 7 тысяч. Наша съемочная группа побывала в пойме реки Китой, где была оборудована Иордань. Все подробности далее. Снег и всего минус 16 за окном. Крещенская ночь порадовала ангарчан комфортно теплой погодой для купания. Окунуться в Иордань приехали более 5000 человек. Днем потеплело еще до 3 градуса. Но холодный сильный ветер сбил запал желающих искупаться в проруби. Крещенская началась ночь у нас в 12 часов ночи литургическая. После литургии мы приступили к своим должностным обязанностям, дежурили на Иордании, накупили, потому что был очень большой наплыв народа, потому что выпало с субботы на воскресенье, соответственно, граждане отдыхали. Единственная официальная Иордань в Ангарске традиционно была оборудована в пойме реки Китой. Многие верующие приезжали сюда семьями и большими шумными компаниями. Очистить, как говорится, тело и душу. Показать пример своим коллегам, да и всем ангарчанам в этом году решили сотрудники ГИБДД. Ощущения непередаваемые. Мы сегодня собрались именно с коллегами совместно. Нас несколько человек, кто сегодня вот решили в крещение нырнуть, так скажем. Я сама участвую в таком мероприятии второй раз, но я думаю, стоит каждому это попробовать обязательно, чтобы вот ощутить вот этот вот адреналин, вот этот контраст. И для здоровья я считаю, что это, ну, не знаю, благосклонно вообще. Я сама за здоровый образ жизни, поэтому такие мероприятия поддерживаю. Кто-то из любопытства, так сказать, испытать себя на прочность, кто-то из большой любви к Богу. За сутки в Иордань окунулось более 7 тысяч ангарчан. Любителей зимнего купания в этом году заметно прибавилось, но все же чаще совершать ритуал омовения в святой воде из года в год приходят одни и те же. Да, я тут был, болел, не купался, а перед этим я много лет купался, всегда было хорошо. Какой минус мог бы вас остановить? Кто? Минус какой мог бы? Ну, болячка только, если болеешь, зачем лезть? А минус 40? Ну-ка, наверное, да, остановил бы, наверное, я не мож. Хорошо, каждый год купаемся. А чувствуете себя после этого бодрее? Конечно, конечно, все грехи смываем. А что могло бы остановить, какая погода вот максимальная? Не знаю, о чем мы в 30 купались, тоже нормально. За безопасностью купающихся следили сотрудники полиции, медики и спасатели. А вот традиционного чая в этом году не было. Желающие могли приобрести горячие напитки в специально открытом ларьке по весьма впечатляющим ценам. Елена Мильвет, Ирина Шавлюк, Дмитрий Новопашин. Местное время. К другим темам выпуска. Из российских аптек изымают известное лекарство. Речь идет о растворе для инъекций под названием дертаверин производства Армавирской биологической фабрики. По данным Росздравнадзора, две партии препарата оказались опасными для жизни человека. Их прием может вызывать повышение температуры тела до опасных показателей и лихорадку. Возможен летальный исход. Стоит обратить внимание на внешний вид препарата. Ампулы по 10 штук находятся в картонной пачке. Опасные признаны серии 230618 и 380618. Напомню, что дротаверин является заменителем известной ножпы. Его применяют для устранения спазмов. ДТП с участием детей. В Ангарске подростков сбили прямо на зебре. Инцидент произошел накануне вечером в районе 18-го микрорайона. Девушки 15 и 17 лет переходили дорогу в сторону спортивного центра.
Автомобиль, который двигался по правой полосе, остановился, пропуская пешеходов. Девушки продолжили движение. Однако в этот момент иномарка, которая ехала по левой полосе, не остановилась перед зеброй и совершила наезд на детей. Одна из пострадавших доставлена в больницу. У нее перелом таза, сотрясение головного мозга и многочисленные ушибы. Известно, что за рулем находилась женщина. Она и вызвала полицию и скорую. Обстоятельства происшествия устанавливаются. Еще одна авария произошла в Ангарске в минувшую субботу. Водитель иномарки не справился с управлением и врезался в дом. За рулем была девушка. По предварительной информации, ей резко стало плохо, и она потеряла управление. Кроме автоледи, в ДТП никто не пострадал. И еще о происшествиях. В минувшие выходные в регионе произошли пожары в развлекательных заведениях. В воскресенье около 12 часов дня вспыхнул пожар в одном из ресторанов Усолья-Сибирского. Возгорание началось на кухне. В помещении находились 16 человек. Все они успели эвакуироваться до прибытия пожарных. В этот же день, но уже спустя 3 часа, возгорание произошло в одном из ангарских баров. На момент прибытия пожарных горела кухня на площади 2 квадратных метра. Предполагаемая причина возгорания – короткое замыкание фритюрницы. И в том, и в другом случае никто не пострадал. В Нижнеудинске депутата городской думы оштрафовали на 50 тысяч рублей. Санкцию народный избранник получил за умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести. Осенью прошлого года Александр Никонец отдыхал в одном из городских ресторанов, и в какой-то момент между депутатом и посетителем кафе возник спор. Все происходящее зафиксировали камеры видеонаблюдения. В результате попавшийся под чиновничий кулак мужчина получил челюстно-лицевую травму и другие телесные повреждения. Дело было направлено в мировой суд, однако уголовное преследование по статье 112 было прекращено. Вместо тюремного срока народный избранник отделался штрафом. Добавлю, что в Нижнеудинской думе Александр Никонец является постоянным членом комитета по вопросам законности и правопорядка. Накатал на 75 тысяч. Такую сумму задолжал житель Чуны Федеральной службе народных приставов региона. Речь идет о штрафах ГИБДД. У горе-автовладельца их накопилось почти 60. Сам нарушитель переехал в соседний регион. Судебные приставы подготовили материалы на розыск гонщика. Об этом стало известно его родственникам. История закончилась полюбовно. Автомобилист сам вышел на связь и рассчитался с долгами. В Аларском районе прокуратуры выявлены сразу несколько нарушений, связанных с незаконной рубкой леса. Так, в ходе проверки 3 пунктов приема, переработки и отгрузки древесины было установлено, что документы лесозаготовщиками не оформлялись. Административные протоколы были составлены сразу на 4 индивидуальных предпринимателей. Также в рамках проверки правоохранители выезжали в Заречное участковое лесничество, где была выявлена незаконная рубка лесных насаждений. Возбуждено уголовное дело. Молочные перемены вводят в школах при Ангарии. Стакан молока с сегодняшнего дня будет получать каждый школьник. С 20 января постановлением правительства Иркутской области всем ученикам начальных классов положены 200 мл бесплатного напитка. Пятиминутка с пользой для здоровья. В школах Ангарска с сегодняшнего дня нововведение. Оно действует для учеников начальных классов. Каждому из них, согласно постановлению правительства Иркутской области, положен стакан молока. С 20 января его будет получать каждый ученик с 1 по 4 класс. Бесплатное молоко будет приобретаться у товаропроизводителей Иркутской области. Но прежде чем дать ребятишкам молоко, специальная комиссия будет проверять качество продукта, о чем будет производить запись в журнале «Брокеража готовой продукции». Кроме того, каждый ученик из начальной школы должен принести согласие родителей на получение бесплатного молока. Если у ребенка есть противопоказания на употребление молока, например, аллергия на молочный белок или лактозу, или ребенок просто не любит молоко, родителю необходимо принести письменное заявление. По данным опроса, среди школьников более 80% из них любят пить молоко. Борьба за здоровый образ жизни велась еще в Советском Союзе, а питание детей было под пристальным вниманием государства. И тогда стакан молока для школьников был обязательным ритуалом. О его пользе знают все. Это необходимая ребенку суточная порция белка, кальция и микроэлементов.
Стакан молока в Ангарске будут получать более 12 тысяч школьников ежедневно. На это потребуется 2500 литров молока. Поставлять его в школу будут местные товаропроизводители. На эти цели деньги выделили из областного и муниципального бюджетов. А школьные столовые теперь оборудуют новыми холодильниками. Ирина Шавлюк, Дмитрий Швецов. Местное время. Ангарск впервые посетила Екатерина Мочалова. Известная российская исполнительница на домре и мандолине дала концерт в третьей школе искусств. За плечами музыканта богатый опыт выступлений как на всероссийской, так и мировой сцене. Однако, несмотря на высокий титул и награды, артистка скромна и открыта публике. На встрече побывала и наша съемочная группа. В руках виртуоза инструмент послушен и многогранен. Екатерина Мочалова – лауреат всероссийских и международных конкурсов, солистка Национального академического оркестра имени Осипова, преподаватель Российской академии музыки Гнесиных и кандидат искусствоведения в одном лице. На сцене Ангарской школы звезда мирового уровня, и у юных слушателей неподдельный трепет перед таким музыкантом. С Екатериной Николаевной я познакомилась на мастер-классах в сентябре на конкурсе «Новые имена» в Иркутске. Вот я там получила очень много полезной информации. Я бы у нее, наверное, хотела научиться артистизму, с какой подачей она играет. Вот. Но она мне, в принципе, очень нравится как исполнитель. Она очень любит свое дело. Екатерина призналась, что любит открытое общение, и поэтому свой концерт превратила во встречу. Слушатели смогли не только насладиться красивой музыкой, но и задать волнующий вопрос почетной гостье. Эти концерты очень важны. И для многих, я думаю, для них будут событием на жизнь в перспективе. Да? Когда они вырастут взрослыми, приедут в новый какой-то город, будут путешествовать. Для них не будет выбора пойти либо на футбол, либо на концерт выдающегося какого-то музыканта. Я думаю, они предпочтут тут именно вот этого музыканта. Во время исполнения Екатерина не открывает глаза, словно читает партии в уме. В концерте принимает участие концертмейстер из Братска Варвара Кислухина. Причем музыканты успели сыграться всего за несколько часов до самого выхода на сцену. В этом и заключается профессионализм и большая любовь к музыке, привитая домристу с раннего детства учителями. Мне очень приятно быть сегодня здесь, в этом замечательном городе. Я здесь впервые. Потрясающая здесь зима, потрясающие ребята, потрясающая школа, атмосфера. Вот сразу с первых шагов, вот когда мы сюда пришли, сразу мы поняли, что это, в общем, место наше. Скорее, может быть, не очень популярный, наверное, сегодня. Но мне кажется, что сейчас, вот вы знаете, Юрий Абрамович Башмет мне сказал как раз, что домре – это инструмент 21 века. И действительно, наш инструмент, он сейчас, мне кажется, очень активно развивается. И поэтому у него еще все впереди, я уверена. И уже в ближайшем будущем, потому что сейчас уже этот инструмент звучит в лучших залах мира. Весь зал громко рукоплескал исполнителю и благодарил за минуты музыкального удовольствия. Мария Константинова, Дмитрий Новопашин. Местное время. Более сотни новых каналов и 30 тематических пакетов. Оператор «Дом Рустрела» подготовил для своих абонентов массу сюрпризов, в том числе и технических. Все подробности далее. Долгая морозная зима многих из нас делает активными телезрителями, а новогодние праздники этот эффект усиливают. Оператор «Дом Рустрела» приготовил несколько сюрпризов для любителей теплых, уютных домашних вечеров у телеэкрана.
2019 год стал для клиентов «Дом.ру Стрела» годом телевидения. Оператор запустил в Ангарске 116 новых телеканалов. В их числе Sony TV, Голливуд, Киномикс, Охотник и Рыболов, Матч ТВ и многие другие. Таких изменений в сетях ангарских операторов еще не было. Теперь клиентам «Дом.ру Стрела» доступно более 30 тематических пакетов, каналов и киноподписок. Мы предлагаем клиентам «Дом.ру Стрела» протестировать приставку Movix Pro и попробовать все возможности интерактивного сервиса и телевидения. В течение 14 дней клиент может пробовать приставку, подключать дополнительные пакеты, каналы и по истечении этого срока принять решение или купить приставку, или заменить на другое ТВ-оборудование. Новые телеканалы удобно распределены по тематикам. На 200-х кнопках каналы с фильмами и сериалами, на 300-х – развлекательные телепрограммы, 400-й – познавательные передачи и так далее, до 800-х, где скрываются дополнительные каналы с ограничением 18+. Увеличив число федеральных каналов, «Дом.ру Стрела» также сохранил в своей сети и любимые зрителями местные телепередачи. Благодаря дополнительным сервисам приставки вы сами руководите процессом просмотра. Все просто. Берем пульт, одним нажатием кнопки ставим на паузу. Если захотели перемотать, никаких проблем. Выбрать, что посмотреть, можно в телегиде. Здесь новинки и архив за последние 7 дней. Ну а если не знаете, что выбрать, приставка порекомендует вам сама, изучив ваши предпочтения. Часть телеканалов доступна всем клиентам при подключении телевидения, часть – при подключении дополнительных пакетов каналов и наличии приставки Movix Pro. С приставкой клиенты смотрят больше каналов и пользуются интерактивными сервисами. Создавая приставку, мы предусмотрели самые разные жизненные ситуации. Например, если вы любите хороший звук, то подключите колонки. Если же, наоборот, уложили малыша и вам нужна тишина, подключите наушники. С помощью Bluetooth и USB-порта можно подключить компьютерную мышь, клавиатуру, джойстик, геймпад и даже видеокамеру. А встроенная система рекомендаций уже сама знает за вас, что вам посмотреть сегодня вечером. Продукт мирового класса делают в России. Миниатюрное устройство производят в Екатеринбурге. Это позволяет следить за качеством сборки и гарантировать результат. В день специалисты собирают по 1500 приставок. Затем они разъезжаются по всем регионам России от Петербурга до Ангарска. Как и все умные устройства, приставка работает по Wi-Fi сети, а ее техническое решение построено на операционной системе Android, что позволяет записывать и ставить эфир на паузу, перематывать рекламу, скачивать приложение и превратить даже обычный телевизор в смарт. Заказать тест-драйв приставки можно на сайте или в центрах обслуживания «Дом.ру Стрела». И в преддверии Нового года приставка может стать отличным подарком родным, ведь дарить впечатление – самый верный способ угадывать желания близких. Ирина Шавлюк, Владимир Селиванов, Антон Бархатов. Местное время. В 21:30 не пропустите хорошее кино. Сегодня вас ждет художественный фильм по мотивам романа Александра Грина «Бегущая по волнам». Приятного просмотра. А я же с вами прощаюсь. Всего вам доброго и до встречи.